Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Вот это контент подъехал, а? У Дэна другое мнение, он сейчас об этом расскажет. Вышли, проснулись, выезжаем. Сегодня что-то дождь вообще. We are going in a beautiful place. Yeah, we're going to, like, I mean, it's all beautiful. It's just, it's kind of, yeah. Towards Palo Alto, like you've got such things, right? Туда? Mm-hmm. Yeah, yeah. There. And I think from here we can see, yeah, if there's no fog. Туда. You understand? Yeah. That's there, simply, right? It's like that. Там вот такой океан. Houses. Why is the park is closed? Open. В открытом никого нет. Горки. Донатеры. Кто-то надонатил 2000 и больше и написали на камне. Вот люди надонатили. Вон там эвкалипты растут по сторонам. Очень богатые американцы живут. Вдали от всех магазинов, 20 минут до первой пиццы ехать. When we came to San Francisco, we... Димон, он на английском школе. Красавчик. When we start breeze, we feel clean, clean air. Clean air. Uh-huh. So Moscow is not good air? No. No? No. But you don't have, like, do you have industry there? Do you have factory? Or, like, you see, this is, like, all nice neighborhoods there. But we will turn right where? On the next street. Not this street, but next one. Okay. As you wish. Well, I'll see. I'll show you. My English is very, very perfect. What is perfect? English level. My English level. Yes, your English is good. Okay, turn here. It's good. Yeah, as you wish. Are you joking? No, I'm not joking. Your English is good. Like, you don't know bad English. If you speak to Chinese people or Asian people in general, these people, you can't understand them. Yeah, here. Houses. But over here, you've got offices. Приехали в рекомендованный мексиканский ресторан хавать, как оно говорило, кушать карнитас и мола. Карнитас и мола. Да. Посидели в мексиканском ресторане, все слопали. Вот такую огромную чашку типа аджики какого-то соуса, такоса, фигакоса, наклали острого с начисами. Все сидим. И я сейчас смотрю, реально, ну, хотел снять эту картину, прикольно, необычно, даже зашел, не заметил. Вон во всю стену какая-то мексиканская картина, там вон какой-то корабль висит, так с виду пошарпанные такие все кресла, столы, антураж такой есть неплохой. Корабль, расскажи, в общем, круг, впечатление там. О фастфуде, о ресторанах, вот в тех, которых был. Ресторан так себе, Макдональдс, вообще оригиналы одни какие-то там ходят. И вчера в Вендис были. Тоже вроде еда нормальная, такая вкусная, а люди там какие-то стрёмные все. Ну, может, какой? Мы так попадались. Смотри, какой вывод у меня. У меня какой вывод, что, в принципе, еда, вся продукты и навык готовить в Америке высокий, но то, что система расставляет приоритеты так, что те, кто из себя ничего не представляет, они... что едят, что работают в самых лоу-кост заведениях. Ну, соответственно, мы ходим фастфуд, самые дешевые, самые простые заведения, и, соответственно, встречаем там людей, которые там посещают это, ну, бомжи, скажем так. Люди, похожие на людей с низким достатком. И, в принципе, работают там люди аналогичные, те, которые с виду, с какими-то отклонениями. У Дэна другое мнение, он сейчас об этом расскажет. Все камеры переключаются. А вот и я.
Опа. Да нет. Какое мнение? Как Димон сказал, надо из себя что-то представлять, чтобы больше зарабатывать, приносить больше пользы людям и есть в нормальных заведениях, и в Макдональдсе, и в всяких Вендисах. Кстати, нормально про открытость, что нам учитель рассказал про открытость. Открытость? Все открыты. В общем, наш преподаватель рассказал про то, что он, типа, как бы, нам надо быть открытыми. То есть мы рассказали о своей, о своем бизнесе, о своих желаниях. Он говорит, ну да, вам надо быть открытым, делать там обзоры, ролики, бла-бла-бла. И он так это сказал, как будто для нее это вообще обычное дело. И после этого, после разговора с ней, сложилось впечатление, что, в принципе, из-за открытости тут люди получают больше информации о тебе и имеют больше представления о том, кто ты есть на самом деле. Соответственно, вот эта система, которую я говорил, которая здесь присутствует, которая отсеивает заведомо ложных псевдоинтересных людей или псевдознающих людей. И как раз эта система не позволяет людям, не разбирающимся в том, в чем они себя заявляют, зарабатывать большие деньги. Еще сейчас сидели, официант подходил, который нас обслуживал. Можно сказать, что мы из России приехали делать бизнес, связанный с играми. И он тут стоял, нам было снимать, и минуты три, наверное, рассказывал свое мнение о том, что мы делаем, что игры — это вообще там бомба, что все во всем мире в них играют, что у него сын супер там заядлый геймер. И сказал, что вообще охрененная тема у вас, если вы в этом месте сделаете. Он сказал, люди много тратят на это деньги, типа, мой сын много играет, я злюсь, ну, типа, это круто, и, как я понял его, сложно было разобрать, что он говорит, как мне показалось, нужно, типа, понимать, что в разные страны разный свой менталитет, нужно выбирать игры, в которые они играют, но в целом, типа, это крутая затея. Да, я сказал, что это игры, это как зависимость, addiction, и что, типа, если вы сделаете сетап удобные для того, чтобы можно было играть, что люди будут вам, как он, тюнь-тюнь-тюнь-тюнь, пока же вы платить бабки. Пошли. У-ху! Офигеть. Давайте сюда, стой, дожди. Прикольно как. Это мой попугай, я его дрессирую. Прикольно, что мост как мост, ничего особенного, нормально. Погодка улетная, нелетная. Очки все вон в воде. Димон вниз хочет идти, совсем с ума сошел. Удачи им. Димон снимает сторис, прикольно здесь такая архитектура. Там гора. Там гора. Вверх-вниз, по волнам, по морям. Забавно. Трамвайчик приехал. Опа, и ничего себе. Его толкает просто чувак. Вообще прикольно. Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Где диск? Понятно. Пойдем вон прокатимся. Блум да лес какая-то. Пойдем прокатимся на трамвайчике. Сейчас под... О! Камера подзарядилась. Wait, the next one. $7, да? $7 в билет. Сели в трамвайчик. Чим. Жалко, не можем сесть на места, которые... Какой вы трамвайчик? Сели мы на трамвайчик, первая остановка. Вышли на балкон, к сожалению, сесть на удобные сиденья не получилось, все сырые они. Но прикольно, сидишь прямо на улице. У чувака накрашены ногти. Как минимум два. Ого, смотри, пальмы тут.
авеню, Санспирс авеню. Много-много маленьких забегалов. И магазин дом. Академия, парк, университет. А ты глянь по карте, куда он еще привезет нас. Я думаю, надо выезжать и ехать. Что делать? Выезжать и ехать, все понятно сейчас. Выходите и ехать. А что здесь? Так может, дойдем выходить сейчас пешком на пересечении. Our way run the same way as this run. We first time here. Okay. We don't know. I just need to know where you're going. Florida, let me see. We're going to the street. We're going to turn on High Street. Объясняешь, как бог. Ничего нет. Видишь, они это, на пересечении стрит, две улицы говорить. Broadway and вот он такой. Проды длинные. А номера домов они не говорят при пересечении улиц. Опа, сломалось что-то. Сейчас подтолкнут, наверное. Стоп. Need help. Wait, hold on. You got the brake off? Okay, one more time. Let's go. Experience, that's the San Francisco experience. Right. Push the cable car. Let the content. You're gonna let y'all. All right. Okay, nice. Thanks, man. That's the experience, that's San Francisco experience, the cable car experience. All right. Мы почти приехали. Ну, это не наш, это Ocean Mark, это же не наш. Это Ocean Mark, здесь Supermark. Ага, прикольно. From Russia. From Moscow. That way. Thank you. All right, my man, y'all take care. All right. Вот это контент подъехал, а? Если еще по трамвайчику надо, обращайтесь. Так, вернулись вот до отеля. У нас тут рядышком есть магазин, называется... Блин, закрылись, охренеть. Close and come back soon. Назывался Плюс Чиз. Там не был. И тут был хамон. Закрыто. Фух, открыто. О, смотрите, прикольный магазинчик с бухлашкой местной. Синджак Шоп. Просто выставлена куча водички. Водочки здесь на стеллаже. Просто стоят бутылки с ценниками. Вон там curated beer, может быть, это крафтовое. И вот такие лотки. Простые, металлические. Просто выставлены бутылки. Просто здесь их очень дохрена. И даже вот есть какой-то став с футболочками продают. Выбор большой. Текила. Пиво. Ценник стандартный, как обычно в магазинах, где мы были, за баночку. По $5 стоит. Вон даже Лёфи есть. Сейчас попробуем. Заехали в еще какой-то мотель. Вон там наша машина. Поднялись на лифт. Зашли в номер 107. А тут вот такой номерок. Большой, в самом деле, две раздельные. Койки большие. $149, по-моему, он 3 звезды, но с виду как будто бы 2. Все старенькое, раздолбанное, но чистенькое. Туалет простенький. Не знаю, выдержит ли он нас. Но проверим. Какой-то ненадежный. Меня-то еще куда не шло, но вот Димона, сомневаюсь, будет тяжко ему. Дай покажи, с чем придется иметь дело. Так, что у нас из ванных принадлежностей? Вот такая вот ванночка маленькая. Душик. Проверим, как работает. Полотенчики, обратите внимание, как
а красиво оформлено, как в Турции. Выключатели советские какие-то. Оп, выключает. Это вытяжка. Слышишь, как шумит, не шумит. Свет включен, выключен. Здесь вот тоже полотенечко, какие-то стаканчики три одноразовые. Мыло, массажное мыло. Какие-то даже есть лосьончики. Это фен. Даже туалетная бумага, ну, как упакована. Здесь мы уже обновили. И толчок был обвернут такой бумажкой, типа стерильно. Вот такая вот тема. Как смывается? У американцев вот так смывается. Во всех отелях вот так вот. Очень плохо. Бумажку туда кидаешь, она может засорить. Вот это грелка. Смотри, какая большая, на большой номер, как в прошлом отеле была. Если будет холодно, можешь включить выключатели. Вот такие вот старенькие. Телефон какой-то. Ну все, начинаем. А даже кухня есть. Вон мусорное ведро. Здесь какой-то кран. Вроде работает. Кофеюшка. Вот это что такое? Непонятно. Какая-то штука. Ну все, по телеку помехи. Пойдем гулять под дождем, да еще? Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Boiling Machine. Все для максимального гейминга.